Не уходите, Константин Михайлович, не уходите, Константин Михайлович, не уходите. Дело все в том, что к сегодняшнему дню подведены итоги, и нужно наградить победителей. В стенах нашего вуза был проведен фотоконкурс, посвященный Дню артиллерии и ракетных войск. Оружие в ряд. Внимание фотографов. Я попрошу вас, после того, когда вы подниметесь на сцену и получите заслуженную награду, пожалуйста, сразу не уходите, чтобы мы могли сделать историческое фото всех победителей. Итак, третье место в конкурсе фотографий «Оружие в ряд». Студент группы К-122 Антон Рыбкин. Бегом, 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 Антон! Ваши аплодисменты! Второе место. Студент группы А-851 Айдар Идрисов. Не уходите, Антон. Со сцены не уходите. Нет, 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 это Антону отдайте. Он остается на сцене, Антон. На первом месте. Айдар, не уходите. На первом месте, но еще есть приз зрительских симпатий и гран-при. Итак, на первом месте в фотоконкурсе студент группы БЕ-426 Анастасия Пушкина. Приз зрительских симпатий заслужил студент группы И-952 Анастасия Андросова. Лучшая фотография на фотовыставке «Народный портрет» признана студента группы Е-122 Петр Мосин. Константин Михайлович, если можно, фото с ребятами-победителями фотоконкурса под общие аплодисменты, историческое фото. Получилось для истории? Контрольный? Все. Спасибо большое, ребята. Константин Михайлович, не уходите, еще есть награждение.